в этом году, в июне месяце, 40 лет исполнилось, как я выполнил самый в жизни свой первый самостоятельный полет. Это было на вертолете Ми-1. Спасибо. Да, когда была такая организация ДСАФ, добровольное общество содействия армии, авиации и флота. Кто-то на истребителях вылетал, кто-то вот на вертолетах. Вот, и вот была такая вот у меня дата. Случилось. В кабине вертолета Ми-1 я был в тот раз один, совсем один. Инструктор мой свой парашют забрал. И не волнуйся, главное, сказал. Летать ведь это так же, как ходить. Нельзя ни разучиться, ни забыть. Потом, шутя, меня перекрестил и в небо выпустил. И потянул я в самый первый раз сам ручку под названием «Шаг-газ». И легкое волнение ощутил, и ручку управления отклонил от себя. И Ми-1, учитель первый мой, поднял меня послушно над землей. Вот так когда-то все началось и понеслось. Потом сменил я ручки на штурвал, и много где я в жизни побывал. Воздушные большие корабли водил я в разные края земли. И эту жизнь, где небо и штурвал, я на другую бы не променял. Все потому, и это не секрет, что лучше жизни просто в жизни нет. Но не забыть мне самый первый раз и ручки управления, и шаг-газ, и легкое волнение мое, и песню, что несущий винт поет. Где Ми-1, учитель первый мой, несет меня послушно над землей. А впереди вся жизнь и солнце свет, и мне всего-то 18 лет. Спасибо.